Я думаю, Андрій Колоюк, мабуть, виступить. Вона наш бізнес-девелопер менеджер Ірина. Ірина, ти можеш теж дати. Ну, Ярослав тоже надежда и полезен, потому что... Так, а если тебе нужно поработать, то сам? Да, конечно, нужно поработать. Скажи, пожалуйста, все? Зайди, пожалуйста, на. Уже не должно быть слышно. Подождите,
banners. Display banners and all that. And they started with their mobile app, new edition, trying to So, get you. Вчора я виступаю. Які наші члени мають місце? Наоборот, очень даже хороший поселок. Я не могу встречать со всех сетей. Я понял. Вот это маленький. Члены жюри, мы сегодня проводим финальные выступления топ-10 стартапов, которые были поданы на наш конкурс UVCA Challenge. Все вы слышали о нем, я думаю, уверена даже. И структура нашей работы сегодняшней такая, что у нас будут выступления кинол-спикеров наших. Первым выступит Андрей Колодюк, глава правления Украинской ассоциации «Вечерного и приватного капитала». Далее выступит глава правления инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund. Потом мы чуть-чуть вкратце расскажем, зачем же мы здесь все-таки собрались, да, я все-таки выдержу эту интригу. Потом мы послушаем 10 стартапов, и наши уважаемые жюри выберут победителя. Согласны с такой структурой? Да. Отлично. Андрей Колодюк, глава правления Ассоциации международных инвесторов. Вот, We Invest in Ukraine, а также партнер
инвестиционного фонда A-Ventures. Пожалуйста. Спасибо, Ольга, большое. Я очень рад сегодня видеть столько людей, можно сказать, свет украинской стартап-экосистемы. Да? То есть мы в ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций, которая на следующий день будет 36 участников, активных участников этого рынка. Мы сегодня здесь для того, чтобы услышать 10 лучших украинских стартапов, выбрать победителя, который будет представлять Украину на Silicon Valley Open Doors. Вы все знаете об этом ивенте, да, который в прошлом году тоже украинская компания там победила, хотя это ивент международный. Мы все знаем эту компанию Luxury. И очень надеемся, что сегодняшний победитель, который будет представлять Украину, 25-26 мая тоже победит. Поэтому я желаю всем сегодня удачи. У нас сегодня члены жюри – это представители нашей ассоциации. У нас есть в конце, в том числе, будет сегодня приз такой, неожиданный для вас. Дополнение к тому, что у нас сегодня будет один победитель. На самом деле, я считаю, что победителем у нас будет как минимум 10, да, потому что у всех есть возможность не только подтянуть как бы свои возможности по питчингу, но самое важное получить больше уверенности и возможности в том числе и поддержки инвестиционной, конечно, которую нужно требовать от членов нашей ассоциации. Не стесняйтесь, требуйтесь, первый ряд полностью ваш. Вот, так что чай, кофе, так сказать. Это тоже для вас возможность пообщаться с инвесторами, потому что вы помните, инвесторы это тоже люди. Вот, люди, которые вместе с вами готовы покорять глобальный рынок, и я уверен, что, знаете, когда было в январе месяце, когда был CES, это Consumer Electronics Show, когда было 7 украинских стартапов, когда мы сидели вечером за ужином, и же тут многие были участники этого ужина, мы сказали, что у нас в этом году 7, а через год нас будет больше. То же самое будет и в Силиконовой долине, когда будет все больше и больше успешных украинских стартапов вместе с украинскими инвесторами, которые будут строить успешные глобальные компании. Поэтому всем удачи, и я хотел бы передать слово для партнера нашей ассоциации и сегодняшнего ивента, це Ярослава Джонсон. Вона є головою Western NAS фонду. Дуже важлива організація, яка підтримує українську стартап-екосистему. Ви знаєте, що ця організація підтримувала, в тому числі, 1991 інкубатор. Да? І я маю надію, що сьогоднішній такий наш спільний захід, він перейде до багатьох інших, тому що ми розуміємо, що Україну повинні знати і поважати всі ті щодо нашого технологічного потенціалу і наших молодих талантів, які сьогодні знаходяться в цій кімнаті, які готові будувати глобальні компанії. Тому передаю слово пані Ярославі. Дякую вам.